Всем привет! Мы продолжаем проходить X4 Timelines. И сегодня мы закрываем эту четвертую главу. Четвертый, как она там, график называется. Но сначала я хочу посмотреть, у нас много новых людей добавилось. Мы завербовали. Наверняка же для чего-то я в первой серии нашел в этих ящиках что-то. Может быть, я сейчас смогу найти во всех каютах, сейчас обшарюсь по-быстрому. Может, что-нибудь появилось? Так, ну тут ничего не появилось. Так, это у нас вторая. Зайдем в первую. Вот здесь у меня закрыто. Это чье? Это вообще непонятно. Чье? Табличка сорвана. Угу. Опять же ничего нету. И еще один персонаж, который еще пока не открыт. Ё-моё, они закончатся когда-нибудь? Так, это вообще закрыто. Сюда тоже не пускают. И сюда не пускают. Ну, а сюда и подавно. Ладно, понятно. Тогда идем выполнять миссии. Я чувствую, у нас и так достаточно объемным получится выпуск. У нас три миссии, одна из них сюжетная. Ну, у нас по плану в каждом выпуске по три миссии. Они сильно разные по длительности. И выпуски тоже из-за этого разные получаются. Прорыв защиты. Ой-ой-ой. Воплощенному разуму предстоит проникнуть на орбитальную установку и систематически выводить из строя ее крупногабаритные излучатели направленной энергии. Успех в этой миссии обеспечит тактическое преимущество, в то время как неудача, скорее всего, приведет к значительному увеличению числа боевых потерь. Ну, погнали! Глаз. К этой системе приближается флот, однако врата охраняются оборонительной станцией ксенонов. Тебе нужно уничтожить турели, которые могут нанести серьезный урон твоим аргонским союзникам. А мне не мне говорили, что эта задачка не из легких. Но не спеши, действуй осторожно. Используй слепые зоны станции, чтобы остаться целым. Удачи! Офигенно. Оборонительная платформа. Надо еще понять, где тут слепые зоны. Турель. Меня, блин, еще раз патронят, пока я буду приближаться. Угу. Угу. Твою-то мать. Так, все, теперь мне нужно по-тихому высовываться и стрелять. Тихо-тихо-тихо. Сейчас. Так, дальше. Примерно так я себе это и представлял. Давайте развернемся, чтобы сверху вылазить. Спокойно, спокойно. Чуть восстановимся. Тут прям. Кто по мне стреляет? Защитный дрон. С К
скотина. Давай, восстанавливайся, пожалуйста. Угу. Так, теперь мне следующие турели надо. Эти далеко? Дрон. 4. Оборони. Дрон. 3. Оборонительная. Дрон. Оборонитель. Дрон. 1. Дрон. 3. Да попади ж ты по нему. Так, дальше. Надо по-тихому продвигаться. Генератор щита. Контейнер. Ой. Дрон. 2. Дрон. Генератор щит. Контейнер. Турель. Ух, твою мать. Так, ладно. Ну, вообще, можете по себе стрелять сами. Дрон. 3. Так, ладно, тут не прорваться. Генератор щит. Дрон. Генератор щит. Дрон. Генератор щита. Давай другие. Тут где-то были рядом. Не может быть, чтобы все те так далеко были. Турель. Используем складки местности. Ух, твою мать. Тихо-тихо-тихо, прячься. Оборонительная платформа. Дрон. Оборонительная платформа. Дрон. 2. Оборонительная платформа. Дрон. Оборонительная платформа. Дрон. Оборонительная платформа. Турель. Во-во-во. Постепенно подкрадываюсь. Нервозно. Тихо-тихо-тихо. Ни хрена себе! Тихо, 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 стоим, хилимся, живем. Дрон. 4. Дрон. Так, мне еще надо кучу. Я неудачно попался. Она меня ждала там, падла. Подкрадываемся. Так.
Блин. Как мне эти все турели убить? Обороните турель. Поближе какие. Тихо. Эх, твою мать, все это фейл. Идем. Фух. Какой стримак. Ну могли бы мне хоть какой-то получше дать корабль. Почему их раньше видно не было, эти турели две? Так, где еще? Генературы. Расстояние. Генератор щита. Турель. Генератор щит. Турель. Генератор щита. Турель. Нет, мне вот эти нужны. Но мне походу нельзя так нахрапом идти туда. Дрон. Три. Страшно так вылетать. Правильно, страшно так нельзя. Стой, 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 стой. Кто по мне стрелял? Неужели эту миссию реально так пройти? Походу надо эту турель забомбить, она мне мешает. Турель. Так, кто? Где? Не понимаю, кто по мне сейчас стреляет. Откуда? Угу. Заткнись. Напряжен. Ждем восстановления. Твою мать, я тебя не вижу. Ладно. Она нам мешает. Мы попробуем вот так вот сделать. Турель. Только восстановимся. Фух. Какая потная миссия.
понятно, откуда к ним подлетать. Еще не две, их больше. Но мы аккуратненько, аккуратненько. У меня уже мысль вылезти в скафандр и починить корабль. Хрен тебе. Тихо. Все, стоим. Мы сейчас ее выцелим, эту турель, которая по нам стреляла. Давай, восстанавливайся, блин. На вот тут. Оборонительная платформа. Генератор штурель. Генератор штурель. Да выделим ты мне эту турель. Турель. Вот она. Она мне мешает. На, сдохни. Генератор турель. Не хочет выделять эту турель. Оборонительная платформа. Да выделишь ты ее. Турель. Оборонительная платформа. Так, отсюда не подойти. Всякие козлы мешают. Турель. Повсюду козлы. Блин. Но мы с этой стороны подойдем. Не гори, пожалуйста, не гори. Мешает. Кто в меня еще стреляет? Вот это? Оборонительная платформа. Турель. Все. Скифлот. Вот это миссия, твою мать. Красавцы, отправили одного разведчика снести полстанции. Защита станции пала. Хорошая работа. Жесткач. Но сейчас у меня всем будет плохая оценка. Огонь. Мне тогда впилило. Я чуть не сдох. Две звезды. Корпус корабля не получил урона. Да, не получил, конечно, блин, я вообще чуть не сдох. Количество турелей уничтоженных все. Время, ну, долго, типа, ну, я не знаю. Миссия тяжелая, реально. Не уверен, что ее лучше пройти мог. Ну, мог, если бы тогда не получил плюху бы. Мне, по сути, она все испортила, что я один раз лицом поймал плазму эту. Давайте следующую миссию сразу. Б-2.
битва перед битвой. Несмотря на так, воплощенному разуму получено поразить и нейтрализовать как можно больше единиц класса бомбардировщиков в рамках ограниченного окна поражения, прежде чем основные силы союзников войдут в зону боевых действий. Если не удастся нейтрализовать достаточное количество этих единиц, то вероятность неблагоприятного исхода совместной операции значительно возрастет. Да. А потом будет битва с каками за президентский рубеж. Сегодня у нас выпуск какой, чисто боевые миссии. В рамках нашей совместной операции Аргонская Федерация направила флот для подрыва линии снабжения противника. Однако, мы только что получили разведданные, что данный транспортник серьезно защищен высокоэффективными крупнокалиберными орудиями. Воин Святого Царства, у вас не так много времени. Так, уничтожьте а что? Уничтожьте как можно больше бомбардировщиков до прибытия наших союзников. У меня ничего нет? Арес. Ну ладно. Тесей, защитник. Не, ну я этих буду в первую очередь. Не-не-не, я буду лететь так. Мне не надо на вас в первую очередь отвлекаться. Серьезно, это... Арес. Вот этих. У меня еще и репутация тут страдает. Не мешаешь, Тесей. Давай тебя тоже убьем. Хотя, блин, этого не стоит делать, конечно. Еще и выжил, козел. Давай. Мне аресов нужно будет в первую очередь. Я пока еще... О! Спасательная капсула. Прикольно, этот сдался. Да ладно! Экстренное катапультирование выполнено. Да у меня же, блин, полный корпус был. Ну понятно, короче, все. Mission failed. Давай, рестарт. Тут можно как-то, да? Непонятно. Я как-то вроде бы делал рестарт, но теперь мне просто болтыхаться в воздухе. Я могу телепортироваться в свою. О, да. Продолжаем. Немезида, агрессор. Олег. Ракета, блин, прилетела по мне.
Я, кстати, контрмеры выкидывал. Нет, 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 мне главное уничтожить его. Фух. Вот это я плохо выполняю. Кавалерия прибыла. Хараги, прям гора Ариад. Против нашей огневой мощи они бессильны. Цель уничтожена. Все молодцы. Почему она вниз падать начала? Один балл, но это было ожидаемо. Да и хрен бы с ним. Выжил ли стартовый корабль? Нет, ни один из союзников не был уничтожен. Корабль игрока не получил. Ну понятно. Да и нафиг. У нас сейчас главное блюдо в меню будет. Президентский рубеж и битва против хаков. Давайте сразу. Во время локальной хроноконцепции НТ-742 в секторе, обозначенном как президентский рубеж, начинается беспрецедентное нападение, в котором доминирует вид, обозначенный как человек аргонского происхождения. Агрессоры, разумный вид, каталогизированный как хаак, представляют существенную угрозу для жителей и инфраструктуры сектора. Это аномальная последовательность событий требует немедленной и всесторонней переоценки крайне иррациональных моделей поведения вовлеченных биологических существ, чтобы обеспечить продолжение экстраполяции в рамках ограничений наблюдаемой истины. Воплощенный разумный индивид должен организовать стратегический отход, откладывая гибель экипажа и местного населения, и одновременно собирая важные данные о нападающих. Хотя выживание разумного индивидуума маловероятно, его действия по распространению знаний будут иметь глубокие последствия. Неспособность провести такую разведку приведет к существенному информационному ущербу, критически снижая выживаемость в будущих столкновениях с видами. Сигма-дисперсия, равная или превышающая звездочку, приведет к благоприятному коллапсу квантовой волновой функции. Предсказано расширение сети врат. Ожидается, что активируются врата в секторе безмолвный свидетель 1. Начать. Блин, сейчас будет жестко, чувствую. Как же так по мне тогда ракета попала? Я 3 контрмеры отстрелил, и оно все равно по мне попало. О, классно начинается. Покинуть корабль. Эй, слышишь меня, говорю? Я даже бежать не могу. Тебе нужно попасть в стыковочный док, чтобы мы могли улететь. Вот и ты. Давай на борт, живо. У меня в глазах... Ой, ёпарасоте, я на Меркурии буду это делать. Самый боевой корабль из всех. Ну, конечно же. Почему я так медленно хожу? Беги давай. Меркурий. Защитник. Кокпит. Рад видеть тебя в безопасности. Это на Меркурии-то в безопасности? Докладываю курс. Пережить. Да, если мы сейчас печатаемся... Что это еще за исчадие ада? Они возникли из ниоткуда. Нам повезло, что многие из нас сумели выбраться. Блин, что-то подлагивает. Последний раз я видел капитана за пультом орудийной установки собственной персоной. Может, компьютер, что-то произошло, может, с ним. Следите за датчиками.
Так точно. Получай. Вы посмотрите на эту громадину. Ну вот она, да. Только я не могу посмотреть. У меня 2 кадра в секунду, по-моему, сейчас. Что происходит? Знаю, картина не из приятных. Но держитесь, мы прорвемся. Осторожнее на этом курсе. Надеюсь, получится остаться незамеченными. Конечно, вы летите прямо к Хагдестроеру. Там нам нельзя. Возьмем курс на торговую станцию и поищем выживших по пути. И тишина. А где наши? Почему этот спокойно один летает и ковыряет станцию? Мне кто-то огрызается, там слышно. Вон, прямо по курсу. Похоже на обломки от сражения. Надеюсь, молния не бьет дважды в одно место. Подводи нас ближе. Ты что, с ума сошел? А вот впереди это что такое? Это непонятное что-то. Мы сейчас будем по горящей станции, что ли, бегать? Да что ж так мало FPS? Чего происходит с игрой? Просто слайд-шоу. Выживших не видно, но один истребитель выглядит слегка побитым. Нам пригодится любая помощь. Надевай скафандр и посмотри, удастся ли тебе его запустить. Ну, круто. Меркурий, защитник. Сейчас я на этом истребителе буду. Где этот конюк? Обломки. Где он? Конюк, защитник. Да, знаю я. Я его хочу чуть-чуть подлатать. Я надеюсь, тут квест временно это, на паузе, пока я его латаю. Блин. Да ё-моё. Ладно. Разрешение на стыковку получено. Судя по датчикам, орудия еще исправны. Они еще могут нам пригодиться. Мы собрали немного данных, отправленных с кораблей до того, как с ними пропала связь. Чем бы ни были эти штуковины, они прошли сквозь нас, как сквозь масло. Последняя передача гласила, что отступающие через врата корабли были уничтожены один за другим. Эти штуковины появляются словно из ниоткуда. Будем держаться потише и подальше от врат пока что. Может, подберем пару выживших по пути на торговую станцию. Передаю последнее известное местонахождение кораблей, попавших в беду. Идет прием радиопередачи. Ну, это замечательно, сигналы бедствия, да, мы туда летим, но только сейчас нас это начнет атаковать. Неизвестный корабль. Он уже атакует. Сейчас мы его... Блин, да что ж за лаги-то такие?
куском говна стреляю. Неизвестный корабль. Так, эти дали. Мне за этим это лететь. Защитник. С такими лагами тяжело. Неизвестный корабль. Расстояние 37 километров. Он не по моей душе. Защитник. И нам по всем сигналам бедствия нужно пролететь. Ёшкин кот. А, ну вот, 1, 2, 3, 4. Ё-моё. О май гад. Вот этот вот розовые сопли в секторе, они походу FPS убивают. Они что-то там намутили с шейдерами непонятное. То, блин, этот луч в ноль убивает FPS. Теперь вот эта шляпа. Я надеюсь, они не будут по всем сигналам бедствия летать. Но это ж такой отстой, если это будет так. Просто обломки. Собираем данные и двигаемся дальше. Хорошо, двигаемся дальше. Какой-то грёбаный Меркурий летает быстрее меня. Далеко нам лететь? Оп. Неизвестный корабль. Так. Да, господи. Лаги. Иди сюда, придурок. Эй, придурок, иди сюда. А-а-а! Да ё-моё! Я как будто бы снова в GTA играю в детстве. FPS примерно такой же. Иди сюда. Чё ты от меня прячешься? Идем дальше. Меркурий, защитник. Тут надо карту чекать постоянно. А вот тут вот неспроста же все. А мы отсюда вылетели изначально. Признаков жизни здесь нет. Неизвестный корабль. Уходи от него, уходи. Это большой корабль. Нам не по зубам. Давай, 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 уходи. Меркурий, защитник. Что это? Контейнер с амуницией. Да и хрен с тобой. Меркурий, защитник. Можно на мне центрировать, пожалуйста? Мы в торговый центр летим затариваться чем-то. А этот хмырь полетел в другое место. Неизвестный корабль. Давайте посмотрим на него. А, это в смысле обычный как?
Меркурий. Защитник. Неизвестный корабль. 32 километра до ближайшего врага. Меркурий. Защитник. Нормально, пока. Пока нас не трогают. Он туда летит. Пока непонятно. Сигнал бедствия. Мы туда полетим, видимо. Блин, это трэш, конечно, если нам все точки посетить надо будет. Я бы не против, но... Лаги просто, блин, выбешивают. Признаков жизни здесь нет. Сканируем местность. Ничего. Ничего не осталось. Давай лети дальше. Их появляется все больше, так что времени у нас в обрез. Да я вообще не хочу показаться мрачным, но если Аргонский флот не прорвет блокаду врат, шансов у нас мало. Давайте соберем все данные, что у нас есть. Уверен, Аргонский флот и ближайшие родственники это оценят. Попробуем прорваться к вратам, попутно передавая данные. Меркурий, защитник. Почему ты стоишь? Неизвестный корабль. Потому что нам надо отразить атаку, понятно. Поэтому и стоит. Давай, давай, логодромище. Неизвестный корабль. Сюда летит. Вроде бы да, но... Мой этот двинулся уже, нет? Не, он стоит, идиот. Ладно. А этот сюда летит? А... Мне с ним связаться надо. Меркурий, Так что, какие изврат? Сам ты изврат. Давай сюда. Звучит неплохо. Выдвигаемся. Неизвестный корабль. Судя по симуляции, нам нужно подобраться ближе к вратам, чтобы наша передача прошла сквозь помехи. Изврат. Далеко? Дружковая врата. Юго-восточное облако. Ну, тут я просто предположил, что оно тут поровну. Начинаем передачу. Вот смотрите, какая задержка. Зачем нам это? Что мы делаем? А, ну то, что мы тут налетали, передаем. Это просто, чтобы, видимо, длинный путь не скучать.
Ну да, чисто для этого. Неизвестный корабль. Блин, ну он летит на меня, да, но далеко пока что. Да вообще, кстати, не факт, что он на меня летит. Не, он просто летит. Зачем был сигнал про врага? Он же далеко. Все молодцы! Мы выполнили свой долг. Ух, ёпарасоте, дестройер! Еще один дестройер! Но это заскриптовано! Это написано было, что не выживем. Это было жестоко. Это было жестоко, я скажу. Захвачен корабль «Конюк-защитник», да. А что, были варианты его не захватить, что ли? Вражеские корабли уничтожены 3, переданы пакеты данных 3 из 54. А я типа мог сам полетать там и что-то сделать? Ну нафиг, с такими лагами не очень-то хочется летать и что-то делать. В общем, возвращаемся в Nexus. Наверняка сейчас будет с кем поговорить. Нормально на мне резнулось несколько дестройеров. Просто испепелило. Ага. Я оказался тут. Ну, пойдем пообщаемся. Ты чё за лысик? Ну, это, кстати, почтительно, это хорошо. Дура, привет. Привет, Харпер, как дела? Я познакомился с Деридос. Я познакомился с новым рекрутом Телади, Деридос. Ой, он просто душка. Эти инопланетяне Телади вроде крутые. Он большой любитель соперничества. Надеюсь, мы возьмем кого-то еще. Соперничество? Что ты имеешь в виду под соперничеством? А он и вправду идет на рекорд. О, а еще он продолжает спорить на паек, каким будет исход миссии. Как дела? Как дела? Обживаешься? Полностью освоилась. И кажется, я поняла это место. Да что вы говорите? Думаю, мы совершенно точно играем в большую видеоигру. Серьезно, за миссии мы получаем рейтинг. А если умрем, новую жизнь. Блин, игра... Ты правда думаешь, что такая дорогая и продвинутая станция здесь для того, чтобы мы в игрушки играли? Вряд ли. Круто, правда? А объем данных здесь должен быть просто гигантским. Гигантским. Наверное, квета-байты. И вот мы здесь. Квета-серферы в полном погружении. Квета-серферы? Квета-серферы? Да, над именем, пожалуй, еще стоит подумать. Я рассмотрю варианты. А у тебя неплохой счет, Харпер. Как думаешь, может директор нам подгонит что-то вроде таблицы лидеров? Не надо, меня там не будет. Я его спрошу. Меня уже в нем нет. Надо пойти надрать хвост одному Телади. Иди, говори с Телади. Чё ты несёшь? А, чаёчек. Ладно. Блин, ну это да, это тот сектор какой-то... Убитый был. Дайте мне шарик, с ним поговорить хочу. Остальные мне не интересны. Продолжай дело создателей, страж Харпер Донал. Как скажешь.
Ну, пока новых никого не появилось, пойдемте просто посмотрим, что нам... Ух ты, сад камней. Что нам предстоит. А вот этот Телади, да? Помолитесь с нами, если есть время. Нет, это не он. Страж Донал. Да иди сам молись, у тебя там вон все есть для этого. Ну мы просто посмотрим. Сколько их еще? Шестой будет. Первая сделка Теллади, это торговая. Да. Это опять руду и кремний. Биатлон в космических костюмах. Это опять скафандры, капитальная вечеринка. Вот это что-то интересное. Боевым звеном командовать. Сыграйте в каждом узле, так достигнете ранга 8. Битва за микрон лиры. Не разблокирован. В общем, этим мы займемся в следующей серии. А пока, до встречи!